вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас. Как черешни цветут на земле без нас. Как светлеет река и летят облака над нами без нас. Через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Thank you.
Всем привет! Это «Погода на ТНТ» и я, Алина Засобина. Завтра в Петропавловске-Камчатском плюс 6, днем плюс 3, ночью. В Омске небольшой дождь, днем плюс 16, ночью плюс 3. В Екатеринбурге наконец-то тепло, плюс 20, днем плюс 8, ночью. В Волгограде немного ветрено, зато днем плюс 25, ночью плюс 15. В Севастополе облачно с прояснениями, плюс 19, плюс 13. В Петербурге жара, днем плюс 27, ночью плюс 16. И в Москве без осадков, плюс 25, плюс 9. Это была «Погода на ТНТ». Пока-пока!